Гамарцгоа. Я, во-первых, хотел бы сказать, что Казантип – это не фестиваль, это независимая республика. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить весь народ Грузии с праздником независимости. Мы очень ценим независимость и свободу и очень гордимся вашими достижениями. Мы здесь не случайно, мы уже второй раз, и наш визит, возможно, приближает к нас, к проведению этого события именно в Анаклии. И мы очень ждем экономического форума, который пройдет здесь 31 числа. Я хотел бы лично познакомиться с потенциальными инвесторами, с главными людьми, которые принимают решения. И после этого, если у нас будет достигнуто взаимопонимание, мы, конечно же, сделаем все возможное, все, что мы умеем, мы сделаем в лучшем виде. А мы умеем делать самый лучший праздник в мире. Не случайно нам давали такие награды. Так что, пользуясь случаем, я еще раз поздравляю жителей этой страны и следите за событиями. Да. Я прекрасно понимаю, как глубоки здесь традиции, и, наверное, мы сможем адаптировать наш праздник под эту ситуацию. В любом случае, мы здесь в гостях, это надо понимать. И, но наш Республика Казантип, я хочу сказать, что она объединяет граждан 106 стран мира, так что это интернациональный праздник, и здесь будет, наверное, учитываться традиции всех стран мира. Поэтому давайте не будем торопиться с какими-то выводами, а посмотрим, что это есть на самом деле. Существует много различных домыслов, и я бы хотел, чтобы вы не торопились сделать преждевременные решения. Во-первых, давайте оценим то, что мы способны привлечь в этот регион около 100 тысяч человек, а это несложно оценить с финансовой точки зрения, какое количество рабочих мест мы создаем, насколько мы становимся привлекательны для развития инвестиций. Можно сказать, у нас есть шанс быть главным драйвером развития этого региона. У него есть колоссальные преимущества. Мы находимся в точке начала чего-то нового. И мы готовы играть в эту игру масштабно и с большим энтузиазмом. Естественно, организовывать это событие будет правительство Республики Казантип, которое состоит из граждан разных стран. Я бы не хотел, чтобы ситуация была излишне политизирована. Казантип – это единственная страна, в которой не существует ни межнациональной розни. И мы, как пример этого демократического государства, декларируем какую-то отстраненность от политических каких-то событий. И, наверное, способны стать тем местом, которое объединяет людей и делает их ближе и счастливее.